Вот баллон, служивший свой срок, находилась в нем автоэмаль. Содержимое закончилось, поэтому сейчас я хочу продлить ему жизнь. Просверлю отверстие, в днище впаяю воздушный вентиль от бескамерной резины. Сделаем самодельную жидкость, подобие ВД-40. Закачаю воздух и посмотрим, что получится. Для начала избавимся от резиновой части воздушного вентиля. Сейчас срежу ножом, зачищу, чтобы можно было его впаять в дно баллона. Для пайки нам понадобится припой и кислота ортофосфорная. В общем, вот такая пайка получилась. Сейчас посмотрим, будет держать или нет. Ну, сейчас буду готовить жидкость. Она будет состоять из бензина, галоша, white spirit и обычное моторное масло. Все будет делаться по 10 мл. 4 части white spirit, 3 части бензина и 1 часть масла. Итак, 10 грамм масла. Сорок миллиграмм white spirit. Все делается примерно. Дозу можно увеличить до нужных объемов. И 30 мл бензина галоша. Все на глазок. Ну, что-то маловато будет. Добавлю еще white spirit. Хуже не будет. Еще столько.
Ну вот, заправили. Фиксируем воздушный выход. Ну все, готово. Осталось накачать воздух. Конечно же, сосок можно было утопить и поглубже. Ну что, будем накачивать воздух и проверим, как будет работать баллончик. Больше боюсь качать. Сейчас проверим, как дует. Если недостаточно, еще воздуха загоним. Ну, в общем-то, весьма и весьма неплохо. Ну, в общем, струя-то отличная. Брызгает очень и очень даже неплохо. Сейчас засовы смажем. Ну, в общем, по итогу что сказать. Вещь получилась зачетная. Ну, я просто не знаю, до скольки атмосфер это дело все накачивать. Может быть, если воздуха поменьше, струя будет более такой веерного типа, а не как из шланга бить. Ну а может быть, это зависит от самого распылителя. В общем, все работает. Цена жидкости, с учетом того, что White Spirit и вот этот бензин 10 миллиграмм масла, оно всегда найдется под рукой в гараже, и у этих ингредиентов цена копеечная. Можно делать множество бесконечных заправок, ну, пользоваться, пожалуйста. Жидкий ключ. Всем пока.